Здравствуй, зритель. Случилось мне сегодня своять дызик, потому что мой практически закончился. И вот внезапно оказалось, что у меня 3 масла закончились. Скажем так, дополнительные пустые баночки. Возможно, крышечки не совсем от них, потому что я тут еще куча масел была, которые еще живы. Но, в общем, закончилось у меня очередное масло розмарин. От натуральных масел. Отличная, кстати, фирма, очень мне нравится. Не первый год ей пользуюсь. И сейчас я ее тут обнаружу, где она тут, лаванда. В общем, вот, розмарин. Видимо, мне придется покупать розмарин. Но я уже думаю, куплю его в следующий раз, когда наметюсь делать себе что-нибудь. А розмарин, в принципе, вот эти все 3. Ну, еще чайное дерево, но чайное дерево у меня еще пока есть. Они как бы составляющие плюс-минус, но вот лаванда только в роли ароматизатора в основе идет, хотя тоже дезодорирующими свойствами обладает. В общем, такое трио, ну еще чайное дерево квартет. Но тут у нас только трио. В общем, розмарин, эфирное масло у меня закончилось. Вот оно. Первая пустая баночка масляная. Вторая. Мне казалось, что там на донышке что-то было, но, видимо, там настолько мало, что оно просто не может вылиться, если только открывать и уже там как-то выливать совсем, выкапывать. Но мне надо было побыстрее. Я уже доливала потом другой лаванды. В общем, вот тоже натуральные масла. Лаванда. И да, у меня телефон в руке, и, возможно, слегка дрожит. Так, вот оно, лаванда. И еще вот «Радуга ароматов», тоже неплохая фирма. Ну, допустим, если есть выбор, и нету натуральных масел, но есть «Радуга ароматов», и непонятно что, то лучше брать «Радугу ароматов». Тут у нас шалфей мускатный. И он тоже у меня закончился. Причем у розмарина буквально там, может быть, 1 капелюшечка оставалась. А в шалфее у меня выпало аж 24 капли шалфея мускатного. Вот такие у меня дополнительные пустые баночки. Я сначала думала их выкинуть, ну просто, а потом думаю, ну может обозреть, так может кому-то полезно будет это. Приятно и т.д. и т.п. В общем, всем спасибо. Тут у меня 2 минуты с лишним. Всем пока!